Норматив потребления воды на общедомовые нужды снизился почти в 3,5 раза. Такое заявление сегодня сделал начальник управления ЖКХ ТЭС Дмитрий Шмаков. Он отметил, что вступившие с 1 июля поправки в законодательство не только снизили нормативы потребления ресурса. Из платежек горожан пропадет строка и водоотведение ОДН. Подобные изменения люди увидят в своих платежках за июль. Снижены нормативы по холодному, горячему водоснабжению на общедомовые нужды и отменены нормативы по водоотведению. Так, в муниципальном образовании город Ноябрьск нормативы коммунальных услуг на общедомовые нужды по водоснабжению в среднем снизились в 3,5 раза. Норматив на общедомовые нужды по водоотведению отменен. Для сравнения, ранее норматив на общедомовые нужды по водоснабжению в многоквартирных домах до 2 этажей при полном благоустройстве составлял 0,15 метра кубический на метр квадратный. По водоотведению на общедомовые нужды также 0,15 метров кубических на метр квадратный. С 1 июня 2013 года норматив по водоснабжению на общедомовые нужды составляет 0,6 метров кубических на метр квадратный.